привет, меня зовут Лили, и это мой первый влог. Слушайте, такое Christmas настроение, мне так захотелось снять влог, мне так захотелось это показать. Это будет мой первый опыт вообще снимать влог. Прям мне супер интересно, поэтому посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, вы поддержите меня лайком. Не знаю, напишите какой-то комментарий, чтобы я могла это продолжать, если вам было интересно. Мне будет это очень приятно. Сегодня я буду начинать заворачивать подарки для Макса. Мне наконец-то пришел последний подарок. Мне пришла бумага. Я купила ленточку для упаковки. То есть все-все пришло, поэтому уже откладывать некуда. Уже 24 декабря. У нас есть такая традиция. Мы покупаем по 5 подарков. Можно больше, но минимум 5. И мы заворачиваем. И у нас получается от 24 до 31, до 1 даже, такая как Christmas неделя, когда мы... Открываем подарок. Открываем на 24-е, так как это Christmas Eve. Открываем 25-го, так как это Christmas. Потом открываем два подарка. 31-го, один утром, один вечером. И 1 января. И как будто бы получается такое настроение, когда ты так ждешь, когда ты так хочешь, чтобы открыли твой подарок наконец-то, посмотреть реакцию. В общем, это очень прикольно, поэтому я прям советую, если кто-то не пробовал, это так... заряжает таким настроением. Креманки для шампанского. Ну, да. Ты мне сказал, что теперь. Сегодня мы заехали в Crate & Barrel. Это такой магазин, в котором продается практически все для дома. Мебель, посуда, какие-то рюмки, чашки. Очень-очень много всего. И на самом деле очень классные коллекции и очень прикольный дизайн. Мы прям нашли то, что мы хотели. Такие вот маленькие креманочки. То есть прям, мне кажется, очень классно будет из них на Новый год пить шампанское. Нужны были бокалы, потому что у нас, если честно, все разбилось. Поэтому очень рада, что мы смогли их найти, прям такие, как мы хотели. Так что если кто-то сейчас ищет какие-то похожие, имейте в виду, что в Crate & Barrel там есть маленькие, большие креманки. Обычные бокалы для шампанского. Кстати, очень-очень много прикольных винных бокалов. Очень классные формы.